Всем привет! Сегодня Ситрояночек приехал. У него порог замят и заднее крыло. Я сейчас стопором выбивал, выпрямил. Сейчас буду шпаклевать и выравнивать. Сейчас я вам все покажу. Вот такой у нас Ситрояночек. У нас вот я выбил. Было туда замято. И заднее крыло также. Тоже выпрямил. Сейчас буду шпаклевать и выравнивать. Так, ну, ребят, положили мы шпаклевочку назад. Крыло мы вытянули, выбили. И также порог выбили. Сейчас мы наложили шпаклевочки стекловолокна и будем. Сейчас она высохнет, зашкурим, потом уже там на шпаклевку обычно мы уже зашкурим, форму сделаем. И на покрасочку также. Покрасим до половины, переходиком сделаем. Вот она как-то у нас вот так получается. И заднее крыло тоже вышкурим. Так, ребят, продолжаем мы заниматься Ситрояном. У нас получается вот порог. Я уже его почти выровнял, еще наложил. Заднее крыло и дверь была мятая. Ну вот. И мы ее вытянули. Я наложил шпаклевочки сейчас побольше. Снова все вышкурится. Вот. Сейчас оно высохнет. И будем вышкуривать. Так, снизу у меня уже более-менее порог получился. Сейчас до конца все высохнет и будем вышкуривать. Так, вышкурили мы дверь. Поры мы сейчас заложили. Здесь еще в середине надо чуть-чуть выровнять. Наложил шпаклевочки. Сейчас мы ее выровняем, она подсохнет. И порог сейчас также зашкурим. Выровняем его, форму ему дадим. И все будет the best. Так что так, ребят, смотрите, дальше все покажу. Покрасили мы Citroёn, крыло, дверь. Заклеили. Вот у нас там отличалась нам краска. И мы, короче, решили тоже еще заднюю дверь покрасить. Хозяин сказал покрасить. Вот. И заднее крыло. Сейчас она под лампами у нас высохла. Мы потом возьмем, полирнем. Ну и все, в принципе. Вот она у нас как получилось.